Эмне гүнө табышкан тагдырга эки дүйнө бир асман алдында оюн эмас севгиде юргенлер ортамызга түшмасын чаклоклар эки жүрөк өзөгөнү бир тилле кубанышка батпай эки юрак кармасан юраде кыйлыктан качмай аята эки жүрөк эки жүрөк. Сегодня 17-18 октября в городе Ташкент проходит Центральноазиатский форум, куда приехала делегация из 19 человек с Кыргызстана. Мы представляем клуб бизнес-консультантов. Форум проходит на высоком уровне. Очень крупные компании здесь представлены. И очень полезно для нас познакомиться с их представителями, потому что бизнес, он, по сути, самое главное для бизнеса, это вот контакты, личные знакомства с клиента, со своим исполнителем. Это отличная возможность наладить новые отношения, найти новых партнеров, с кем можно в дальнейшем сотрудничать. Өзөгөнү бир тилле кубанышка батпай эки юрак кармасан юраде кыйлыктан качмай аята эки жүрөк эки юрак эки жүрөк. Сейчас встретились с группой консультантов из Кыргызстана. Хорошая была беседа, хорошая возможность обменяться мнениями. Мы как раз в нашей команде обсуждали недавно возможное сотрудничество трансграничное, когда для консалтинговых нужд компании в Узбекистане мы могли бы привлекать специалистов и экспертов, и консультантов из других стран. Мы обговорили направления деятельности, в которых возможно